Всем привет, ребята. 2443, и у нас шахматный камбэк. Да. Неплохой соперник, можно отдать ему ферзя. Не, Не, ну ну сицилианка, нет, нет, ты не можешь превратить сицилианку в убожество. так, это мы побьем. Кстати, Кирилл, вот когда мы запишем нашу новую рубрику, с тебя партия в латышском гамбите и описание твоего мнения насчет латышского гамбита. Да, хорошо. Так, так, нет, стоп, 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 ничего не делал, у меня есть план. Ферзя отдать план. Нет, 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 смотри, ты не понимаешь, да, что я делаю? Что там коня? Ну так и... А, да, точно. Ладно, тогда качественно играем b6. Хорошо. Все, давай ты Но будешь... это еще не все. Давай ты будешь сначала говорить, что ты делаешь, эта позиция уже очень опасная. Все нормально. Хочу сейчас пойти конь c6. Хорошо, это У нас какие пешки будут? Надо пойти слон b7 и сделать коробочку. Нет. Ладно, конь b5 выиграет на месте, конечно. А, все, конь b5 нет, отлично. Не надо слон b7. Ты видишь, какая у него идея? Нет. А4 опять. И что? Мы защитимся от этого. Давай пойдем по твоему плану, ладно. Вот так вот. Зачем? Нам нужно ферзь поле c7. А поле c7 есть только если конь d5 нет. Вот сейчас на a4 нам надо ферзь c7 пойти. Ну это Паульсен, который я обычно играю, только у черных не хватает аппетита. Так, 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 так. Ну вот тут сам Бог велел. Ну все, уже без одной. Не знаю, кто тут что велел. Так, есть сильнейшее продолжение. Можно ладью отдать. Так, нет. Мы даже если мы дадим пешку, у нас плохая позиция. Надо хотя бы ее отпахать. Ну не надо менять ферзей. Как играть по-другому? У нас ни одной фигуры развитой. И что? Так хоть какие-то фигуры выходят куда-то. И что, у нас опять получилось камбэк без пешки? Ну, это ужасная позиция. Собственно, это плюс 2, наверное, по движку. Не, ну а что ты ожидал? Ты сцелянки, когда ты играешь вот так вот, вот так вот, вот так вот, когда ты играешь что-то. Это у нас еще хорошая позиция. Ну, не знаю, зачем он конь c5 пошел, все свои фигуры замуровал, теперь мы можем тут ударить. И у нас две фигуры за... А, у него две фигуры за ладью. У нас две фигуры за ладью. У нас две фигуры за ладью. Чего ты правильно сказал? Ну, правда, все равно у него лучше, конечно. Но... Можно, уже... можно побить, побить, пойти 2-0. Можно сразу пойти 2-0. Можно просто побить на b6. И отдать слона. Ну, можно побить. Ну, просто 2-0. Ладно, 2-0 нормальный план. 2-0? Взяли, взяли b7, ладья b8, ладья 8. Нельзя позволить ладью поменять, понимаешь? Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Конь g4. Так пойдем. А, блин, ну 2-0 b7. О чем мы вообще говорим? Да бить придется, играть. Да, придется бить, играть. 2-0. Или король e7. Вот e7, наверное, лучше. Там b7 все-таки. Король поближе, может, он пешку-то будет держать при случае. Надо конь g4 накинуть. Не, ну я хочу как-то... Во-первых, мне было бы, наверное, хорошо выбить этого коня ценой слона своего. То есть слон b4 пойти. Зачем? Меньше фигур, больше шансов будут заблокировать эту пешку. Но он понимает это и не дает. С другой стороны, теперь мы можем, наверное... Можем конь e4 пойти, я Конечно, не понимаю. Лишнее, лишнее наше. Лишнее, потому что f3. Мы пойдем к слону f2. Король e2. Но мы там мат дадим. Какой мат? У нас полторы фигуры в позиции. У нас 50 секунд в позиции. Да это не страшно. Нет, нельзя так. Он сейчас пойдет, значит он... А, он сейчас пойдет 2-0 с 2-4. Если он грамотный человек, он сейчас пойдет c3. Нет, он не грамотный человек. Или безграмотный. Есть слово? В смысле, слово неграмотное, это вообще интересно. Так, а что это за ход? Он же пешку просто так отдал. Нет, да, слово неграмотный есть все-таки, конечно. Может быть, на позицию будем размышлять? Зачем? Позиция неинтересная, у нас уже полноценная контр-игра тут. Так мы мат-то будем давать или нет? Если только мы пешку не пустим, тогда да. Не, ну сейчас конь c6 угроза. Если мы пешку выбьем, там потом позиция сама себя выиграет уже. Мы-то вообще ничего не создаем. Нет моментов голевых. Ну вот, конь c6 это голевой момент. Тем более он еще ладью отдал этим ходом, по-моему. Да, ладью. А, ну ладья 8 только. Ну да. Пешка. 28 секунд. Да нет, у меня никаких шансов у белых.
Я думаю, он даже играть эту позицию не будет. Нет, он будет. Немножко переборщил, конечно. Даже не немножко. Зачем ты повел коня на c4? Это f4 не хотел попасть. И e5 потом. Что это за ход? А, это мы выиграли пешку. Нет. Под f4 все-таки. Ну, ладья e4. Там типа мат будет. Все-таки провел f4. Ну, потом мы очень много пешек соединим. Меня смущает, что у меня так мало времени, конечно. Я тебе это говорил минуты три назад. Не, ну, это не, я не думаю, что у нас большой риск проиграть эту позицию. Конь, да, конь c3. Тройной удар. Трилка. Еще одна двилка. Двилка? Да. Ну все, флаг сноси. Он лагает, кстати. Ну правильно, по-другому можно выиграть. Надо полагать. Ну у тебя как-то побыстрее, знаешь, получается. Сносить флаг. Не, он расстроился, решил сдаться, по-моему. Нет, он лагает. Нет, он расстроился. 27 пунктов. Да.